Всем привет из Москвы. Я редактор телеканала «Россия-24». Хочу поздравить своих коллег, коллектив редакции газеты «Углегорские новости» с днем рождения, с круглой датой, 70-летним юбилеем. Журналистам хочу пожелать здоровья, счастья в личной жизни и, конечно, хороших тем. Ну а вашему детищу, газете «Углегорские новости», процветания и еще хотя бы столько же лет жизни. Добрый день, Сахалин! Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Шитик. Я журналист из города Асино Томской области. С одной из ваших журналисток, с прекрасным именем Снежана, я учился на одном факультете ПГУ. Привет, Снежана! Я хочу поздравить вашу газету «Углегорские новости» с юбилеем, 70-летием. Пожелать вам творческих успехов, больших тиражей, а журналистам непрекращаемой борьбы за справедливость. С праздником вас! Меня зовут Алексей Дмитриев, я редактор интернет-портала «Авторамблер». И я хочу поздравить газету «Углегорские новости» с 70-летним юбилеем. 70 лет – это огромный срок и для региональной газеты в том числе. Вообще, региональная пресса – это нечто особенное и очень важное. Со своими нюансами работы. И без нее жизнь региона представить невозможно, тем более такого интересного, как Сахалин. От всей души поздравляю с этой замечательной датой и желаю, чтобы мы через 30 лет, огромная толпа журналистов со всей страны поздравила вас со столетием. Успехов, удачи в работе, всего хорошего.